Добрый день, друзья. Что я хотел сказать? Вот очередное изделие пытаюсь сделать из пластика. Вот этим сейчас методом, который я осваиваю, нагрето на печи. Ну, как видите, вот формочка сделана, профиль обычный. Остаток и два деревяшечки, ну, на шурупиках. Вот. Нагрелось на печке, плюс фен строительный, плюс вот отвертка, второй практически не пользовался одной, плюс мурлычащий сбоку кот. Вот это пластик, это от этой детской коляски, там рукоятки, как раз вот их получилось, хватило. Однотипный, однотонный. Ну, не знаю, есть ли там какие-то эти. Так, сейчас что? Сейчас ждем, пока остывает, остынет. И посмотрим. То есть это вот будет заготовка, может быть, ручкой для молотка. Либо я все хочу киянку здесь сделать, такую в виде толкушки. На американский манер. Вот, может быть, для нее. Ну, посмотрим, может, там раковина будет и ничего не получилось. Ну, вот. Кто-то на плечо. И кто-то на спину повис, Ванюха крикнул, берегись. Но было поздно. Вот. Такая вот ситуация сейчас. По времени, ну, довольно много ушло. От печи, честно сказать, не сильно разогревается. То есть, ну, все равно какой-то эффект и есть, потому что я пластмасски положил, они подогрелись уже были, то есть не совсем холодные, когда я их сюда засовывал. Вот, пускай оно... Сейчас будет. Так, вот она остыла. Смотрю, что получилось. Ну, как видите, довольно хорошо, но есть вот несколько раковин. Либо их можно хорошо паяльником заплавить, либо, я вот думаю, может насыпать, ну, туда, наломать кусочков и еще раз попробовать прогреть. То есть вот эти вот уйдут. Вот, либо может и вот так вот отпилить. Сейчас поглядеть, как она по заготовке. Вот, сбоку довольно неплохо. Вот, вот. Такая вот дубинка. Да, наверное, сейчас этим я ее просто паяльником, чтобы не возиться лишнее. Ну вот, будем считать, получился эксперимент. Можно попробовать. Ну, потом здесь печка так очень малая. Взять длинный, метра два, и сделать. Ну, скажем, ну, мне надо, есть мысль, более тонкую из полиэтилена. То есть небольшую. Вот. Ладно, благодарю за внимание. Всего доброго.